Ого. А рыба на кислород идет? Очень много мелкой рыбы. Они, наверное, нашли прорубь как единственный способ получить кислорода. И вот такая стая рыб. Все засыпано. Но видно, здесь купались. И уже можно. Хочется больше мороза. А сейчас тоже все в рыбах. Да? Но они кислород. Но я их спугну, вот, а видите, там плещут. Да, видите, мелочь какая? Единственный способ кислород получить просто, вот они там. Дышать нечем. А помнишь, мы с тобой пришли как-то в начале января, и сначала огромная, а потом большими рыбами. Турик.